Хочу проинформировать вас о завтрашнем планируемом отключении тепловой магистрали от котельной, микрорайонной котельной Чубаевка. Значит, там обнаружена утечка теплоносителя. Данная ситуация не является аварийной, но утечку мы обязаны ликвидировать с целью предотвращения дальнейшего развития и ухудшения и перехода в аварийную ситуацию. Поэтому на завтрашний день планируется отключение левого вывода котельной Чубаевка, это районная котельная, которая питает достаточно большое количество абонентов. Значит, в отключение попадают улицы Бригадная, улица Фонтанская дорога от 6-й станции до 4-й станции, Экономический переулок, маршала Говорова, Четная сторона. Поэтому просим с пониманием отнестись к данному отключению. Это технологическая необходимость. Без устранения данного дефекта мы дальнейшую работу можем продолжать, но она может привести к более плачевным последствиям. Поэтому, дабы предупредить развитие этих событий, мы завтра с 6 часов утра до ориентировочно до 17 часов постараемся эту ситуацию устранить. Бригады подготовлены, люди подготовлены, технологическая карта производства работ есть. Максимально сжатые сроки мы эту ситуацию устраним и подадим теплоноситель до конца рабочего дня.